Это предыстория этого видео. У меня есть список дел на лето, и я его выполняю, когда мне нечем заняться. Я уже снимала такое видео, вы можете посмотреть его. И в этом видео я тоже выполняю один пункт из своего списка. Ну, приятного просмотра. Ну как я вам? Фреш? Давайте не будем обращать внимание на то, как я выгляжу. Пожалуйста, я встала несколько минут назад. Сегодня я решила провести свой день без телефона. В прямом смысле без телефона, потому что вот он. Вообще у меня нету каких-то определенных целей, для чего я это делаю. Просто снимаю вам видео. А сейчас вы будете смотреть, как я готовлю свой завтрак. Я все еще выгляжу не очень, в принципе, как и каждую первую половину моего каждого влога. Я сейчас живу одна, ну как бы не совсем одна, но убираться кроме меня больше некому. Поэтому сейчас я буду разбирать посудомойку. Не то чтобы в дни, когда я использую телефон, я не убираюсь, просто, ну как бы сейчас тоже надо убраться. Алло. А я уже убрала всю кухню. Это было долго. Сейчас я дойду до своей тёти, перекушу у нее борщу, пообедаю наконец-то. А потом мне нужно будет кое с кем встретиться и пойти на тренировку. И только после этого я с вами встречусь. То есть это будет совсем вечером. Оп! Я уже дома. Чувствую себя как-то не очень. Но я приголодалась, поэтому сейчас я пойду до Магнита, куплю себе очень много булок. Ну ладно, может, и буду пить чай. Блин, мне не нравится то, что это видео, видимо, получается коротким, как все мои видео. Так как мне сегодня нельзя пользоваться... Ну, как нельзя, можно? Кто же... Кто мне запретил? Так как я соблюдаю правила своего видео, но я очень сильно хочу посмотреть один мультик из моего детства, который прям... Я его буду смотреть на телевизоре. Но телевизор это не телефон, поэтому я думаю, в принципе, я не нарушаю правила сегодняшнего видео. Я не знаю, что вам еще рассказать, поэтому встретимся, когда я куплю булок и буду очень довольна. Этот день уже заканчивается, а мое видео получается где-то на минут 5. Блин, я не знаю, что вам еще рассказать. Я правда не знаю, что вам еще рассказать. Но давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Итог. Я провела один день без телефона. Вообще, как бы я пользовалась телефоном, потому что мне звонили, мне надо было писать маме. Название видео остается «Один день без телефона». Сейчас я буду плести фенечку для подарка, потом помою голову. Вот такие вот планы. Кстати, хочу напомнить, что у меня есть другие соцсети, ссылка на которые всегда есть в описании. Извиняюсь за то, что видео получается очень коротким. Наверное, вы хотели более длинное видео, но я правда не знаю, что вам показать. Сейчас будет телепорт, не знаю куда.